Итак, как делать ставку BetMinds? Заходим в BetMinds. Да. Сейчас загрузится. Так, я еще не делал ставку на воскресенье. Нажимаем воскресенье сверху. Так, и ищу. Сейчас загрузится. Я ищу вот World Cup. Мировой кубок. Ну, коэффициент не очень. 1.65 желтым подсвечивается. Ну, можно попробовать небольшую ставку сделать. Япония-Коста-Рика. 1.65. Нажимаю Япония-Коста-Рика. Добавить к ставке. Ставку 1.65 сделаю. И вот она появилась справа сверху. Сейчас рекламу. Реклам. Так, и тогда сумма ставки я сделаю 2. Сделаю небольшую ставку, потому что коэффициент подсвечивается желтым. Если коэффициент подсвечивается зеленым, значит будет хороший коэффициент. Вот так. Посмотрю еще свою статистику. Ну, у меня 3 выиграно, 3 проиграно.